Всем привет, перед вами Viper R2. 200 кубов, 14 лошадок. Расход до 3 литров. Максимальная скорость 120. Есть кикстартер. Балансировочный вал. Выхлопная труба вот такая здесь. С резонатором. Дисковые тормоза, задние, передние тоже. Приборка здесь цифровая, есть тахометр. Кофр здесь проблематично установить, но можно что-то придумать. Может, покажешь багажник? Такового багажника нет. Там, где должен быть багажник, там поставили сигнализацию. Места нет. Места нету. Можем выключить. Ну, как обычно, места в мотоциклах. Рюкзачок? Немного. Рюкзак, да. Наше все. Бачок тормозухи. Задний, да? Заднего тормоза. У меня металлические. Подножки для пассажира металлические. Есть центральная подножка. Заведи его, послушаем. Выхлоп. Рычание. Наоборот, добавился. Там такой трусик такой. Задние поворотники. Стопачок симпатичный довольно. Вообще задняя часть красиво выполнена, да и бак хорошо выглядит, мне нравится. Фальшбак. Накладки. Да, накладочки. Сам бак, да, сам бак маленький. Вот накладочки. Обратите внимание, переднее крыло какое рогатое, интересно. Объем бака. 12,5 литров. Краник. Какой пробег? Сегодня уже 5240. Ну как вообще общее впечатление? Хорошо, мне нравится. Я доволен. Поломок никаких не было? Из поломок было, одну подножку менял, потому что уронили. Все. Масло, бензин, все. Больше ничего нет. Ну хорошо. Я у захвате. Хорошо, ребят, всем пока.